А за основу своего эпизода мы взяли легендарную сцену из кинофильма «Мальчишник в Вегасе». Дядь Гош, есть две новости. Ну, давай, с плохой явно. Мы не нашли костюмов для «Мальчишника в Вегасе». А хорошая какая? А мы нашли костюмы для «Простоквашино». «Мальчишник Простоквашино»? Если я Печкин, я вас убью. Что вчера было? О, молоко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Матроскин, ты нафига пастеризованное с топленым молоком мешал? Так вот почему мне так плохо. Я же говорил тебе, собачий кайф, он чисто для собак. Ну и для школьников немного. А где Галчонок? Не знаю. Галчонок! Галчонок! Не-не-не-не-не, с ним надо по-другому. Кто там? Носил с собой ствол, носил под ром стволе. Через окно ОМОН вещь доки на столе. А чё, протеин ещё остался? Нет, ты весь сожрал. Хватит им уже злоупотреблять. Кто там? Почтальон Печкин. Ну раз почтальон, звони в домофон. Кто там? Почтальон Печкин. Проходите. Да кто там? Почтальон Печкин. Какой этаж? 8-й, блин. Кто там? Да почтальон Печкин! Я принес заяву на вашего мальчика. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Ха-ха-ха. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Че вы мне голову морочите? Это вы нам че морочите? Почтальон в 2023 году это с каких пор? А с тех пор, как на госуслугах, прикол один произошел. И теперь без меня никуда. Потому что народ кто куда? А че это вы его так пальцами сейчас сделали? Не знаем. Че вы, звери, не знаете? У вас целый мальчик пропал. Если вечером его не найдете, я вас дам в поликлинику на опыты. Галчонок, убей его. Снова убивать? Вы че думали, Печкина взять на страх? Да я до того, как почтальоном работал в Афгане, почтальоном работал. Подходи по одному. Ничего себе, техника дошла. До кухни. Странное у вас сообщество. Короче, если подойдете ко мне, я вас с этой штуки непонятной застрелю. Дядя Печкин! Чего это такое? Это мое фоторужье. Давайте фотки глянем и дядю Федора найдем. Вау! Это классика! Дорогие друзья, этот эпизод говорит о том, что наша жизнь — большой пазл. И иногда в выходные можно потерять очень важный кусочек, без которого не будет целой картины. Первая лига — это огромный, классный, замечательный пазл. А команда «Малинки» — в ней маленький кусочек. Это вы про полуфинал? Да уже, походу, нет. Команда «Малинки»! С вами было приятно чилить. Сколько стоит любовь? Сколько стоит любовь? Сколько стоит любовь? 28 мультов! Сколько стоит любовь?
Это была команда КВН «Малинки». Как оценит этот эпизод жюри? 4, 4, 4, 5, 5, 4. Ну что ж, такое мнение о команде КВН «Малинки» сложилось у жюри. А мы провожаем ребят за кулисы. Спасибо. Прикольный эпизод. Можно вместе с детьми смотреть. Хотя не надо. Команда КВН «Малинки» благодарит 12-ю гимназию города Новосибирска и в особенности Кумпицкую Марину Владимировну за существенный вклад в жизнь команды и уроки английского языка.